Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова я, Майнкрафтер Демастер. И сегодня вместе с вами, дорогие друзья, мы поиграем, значит, в одну интересную карту в Майнкрафте, которая называется Marketplace Creator Tycoon. Это, короче, такой тайкончик, в котором мы будем создавать свою компанию. Вы все сами прекрасно сегодня увидите, я постараюсь вам все интересно показать, рассказать. В общем-то, увидел, как, буду честен с вами, увидел, как Лолошка с Фиксплеем играли в эту карту и подумал, блин, мне интересно, прикольная карта сделана, хочу тоже пройти. И вот нашел ее на Windows 10 Edition в целом, и сейчас буду тоже записывать. Вот, короче, пожелайте мне удачи. Надеюсь, у нас получится самый лучший маркетплейс. Кстати, здесь эти монетки валяются, давайте их соберем. Тут монетки можно в лобби найти. Сейчас я найду все монетки. Еще в кровати нужно будет поспать, видимо. Смотрите, available found, у нас стало 1020, было 1000. Так, ну что ж, давайте уже начнем играть. Добро пожаловать в Marketplace Creator. Нажми кнопку снизу для изменения параметров или начинай игру, когда будешь готов. Старт гейм, начинаем. You got an email. Вам пришло письмо, вам пришла почта. Вы были приняты в Minecraft Marketplace программ. Как только вы будете готовы, пожалуйста, отправьте нам свое первое предложение. Ждем не дождемся, чтобы увидеть, что вы сделаете. Окей, погнали. Так, похоже, это наш с вами офис. Но что-то какой-то он, знаете, пустоватый. У нас тут с вами payment цикл. Здесь, видимо, наши будут выплаты. Ага, нам говорят проверить наши статы. Мы проверяем наши статы, окей. Это страница статистики. Здесь вы узнаете, сколько стилей, типов контента и жанров вы собрали, а также другие важные статистические данные. Это значит у нас трендинг пейдж. Здесь мы видим наши тренды. Здесь у нас, видите, сейчас тренды cute, lucky block, factory и вон, видите, 4 звезды с половиной. Офигеть. Это другие еще штуки, смотрите, которые другие чуваки, видимо, тоже на маркетплейс выкладывали. Так, my offers. Давайте зайдем в my offers. Это, получается, страница моего офиса. Тут у нас, типа, наши уже готовые работы, которые мы сделали, наш контент. У нас здесь пока что нифига нет. Но, видите, мы выбрали слот, и мне говорят то, что нажмите на build new кнопку, чтобы... А, работать с ней, да, вот видите, вот мы можем выбрать здесь style. Style закрыт пока что, стиль. А, мы можем выбрать его контент, у нас есть лошади, void, Minecraft, horse, ну, у нас только три темы получается, да. Какие там трендовые темы сейчас, кстати, были, может, на ней что-нибудь такое есть. Spawn skin, давайте со скинпака начнем. Minecraft скинпак, мне кажется, звучит вполне нормально. Так, смотрите, привезли наши компы, на которых мы будем работать. Здесь у нас получается 4 компа и 4 отдела. Кодинг, арт, маркетинг и quality assurance. Ну, это, видимо, качество. Так, давайте начнем. Запрограммируем все. Вот так вот ПКМ нажимаем. И у нас персонаж начинает сам... А, нужно нажимать много раз ПКМ. Много раз ПКМ нажимаем. И отлично. Арт мы сделали. В будущем мы сможем нанять сотрудников, которые за нас смогут кодить. И это будет реально круто. Пока что приходится кодить самому. И смотрите, пока что ни одного... ни одной ошибки нет. Код баг 0, арт баг 0, маркетинг ISUS 0. Пока что у нас такая, знаете, с вами чистая работа идет, например. Прямо все правильно. И маркетинг в конце. Запускаем маркетинг компанию. Все, у нас ни одного бага нет. Офигенно. Ну что ж, выпускаем. О-о-о-о, 4 звезды мне поставили. Майнкрафт скинпак. Вот такие вот скины я выпустил. Ну, отстойные скины. Так, welcome done, achievements unlocked. Вы опубликовали свое первое предложение. После всех этих усилий вы заслуживаете сна. В конце концов, может пройти некоторое время, прежде чем вы получите свою первую выплату. Идите спать. А, вот еще монеты появились. Нифига себе. My computer. Чем бы вам хотелось заняться? Нифига себе, тут еще мой компьютер, смотрите, есть. Еще монетки собираем. Капец. А оказывается, здесь в лобби-то было больше. Нет, просто я их и не заметил. Так, спим. О-о-о-о, походу меня накрыло. Что это такое? Фух. Вы попали в сон. Короче, здесь вы сможете во сне открывать новые идеи, генерировать новые всякие штуки. Давайте, давайте, изучайте зону, говорят, сна. Так, давайте-ка отправимся куда-нибудь в другое место. Ох, нифига, там что-то светится прям жестко. Возможно, это то, что мне нужно. Что это такое? Что же это? Что же это? Что-то приснится сейчас жесткое, походу. О, expansion. Я нашел что-то. Окей, жанр. Это же Генри, это что, жанр? Вот, короче, опа, сундук. Письмо какое-то. Письмо, паутина. Опа, что-то еще. Привет, путник, что привело тебя к замку? Гейткипер, пусти нас.
Тебе требуется специальное письмо от короля. Оно у тебя есть? Да, of course, у меня есть. Все, я дал ему письмо от короля, вот оно у меня получается. Гуардсмен. Приветствую, путник, надеюсь, у меня все хорошо. Ага, окей, бай. Просто видите, гуард здесь такой стоит местный. Но во сне, видимо, я не вижу нормальных людей. Я вижу только летающие вот эти вот сферки, да? Странные у меня, конечно, сны. Квин, королева. Это ужасно, мой прекрасный король был похищен. Он спал в наших покоях, и я услышала крик, после чего обнаружила, что он пропал. Какой ужас. Пожалуйста, вы можете его найти. Хорошо, я спасу его, моя королева. Я. Не переживайте, спасу вашего короля обязательно. Король, где ты спал? Откуда ты упал? Может, там какая-то дыра есть или что-то еще? О, ну это гуардиан. Ну, гуардиан нам не нужен. О, так мы вот так можем прыгать. Визард. Все не то, чем кажется, путник. Вот, возьми этот ключ. Увы, дверь, от которой он скрыт от меня. Может быть, кто-нибудь из гвардейцев подскажет, как ее найти? Сон какой-то странный. Время следящий, потому что там неделю проспал. В этом месяце я заработал $118. И там тело мое было в трендах. Ну, наконец-то хоть кто-то. Да, я точно знаю, к какой двери этот ключ. Под разводным мостом замка есть скрытый проход. Возьми это снаряжение. Там опасно. Ох, нифига. И дал нам броню. Нифига себе, чуваки. Ну, это вообще жестко. Вот здесь вот. Да, есть потайной ход, он реально здесь есть, и посмотрите. Реально потайной ход, спускаемся вниз. Сюда, видимо, ключ подходит. Отлично, куда мы попали? Ага, и вот, смотрите, все соединилось теперь у нас с вами. Так, лестница здесь идет вниз, здесь у нас огромные слизни, убиваем их. 1.9 система PvP здесь. Нифига, вот магма-кубы и лучники, скелеты-лучники и магма-кубы. Жесть, что здесь происходит? Король, вы где? Король, твою мать, тебе нужно срочно... О, деньги. You're welcome, все, спасибо, мужик, я тебя спас как мог. Ой, тут золото-то сколько? Да, куча денег мы с вами нашли, вообще хорошо, золотись, я вам скажу здесь, в этих подземельях. Я вообще вроде бы карту про маркетплейсы брал, а тут короля спасаю. Теперь нужно придумать, как выбраться отсюда. Спасибо за вашу помощь, но я должен сделать это самостоятельно. Ну, короче, он просто благодарен за нашу помощь, больше ничего, так. И у нас новая Genre Unlocked Adventure, новый жанр. Так, ну я думаю, мы уже достаточно проафкашили здесь, в этом сне. Нужно бы возвращаться домой. Нужно бы возвращаться в реальность, посмотреть, как там наша компания живет. Потому что мне кажется, что без нас наша компания поживает не так уж и радужно. Так, The Creator Lounge Opened. У нас с вами открылся Creator Lounge, дорогие друзья. И здесь теперь у меня сидят различные креаторы. Я смогу покупать здесь различные апгрейды для офиса и также нанимать себе новых сотрудников. Смотрим. Вот, смотрите, вот. Компевтор. Компевтор это типа компьютер, да? Код стейшн, арт стейшн, маркет стейшн. О, тут можно любой прокачать стейшн, получается, да? И сколько стоит прокачка? Ну, все за 1000 стоит прокачка. Вся прокачка 1000, так. Ага, 50% быстрее будут работать, если мы прокачаем им стулья за 250. Давайте прокачаем. Ну, короче, тоже на 50% повышает апгрейдит чуваков. Здесь еще какой-то, смотрите, Джанне Ит Аукс. О, привет, я уборщик. Ты выглядишь как человек, который сделает все за доллар. Как насчет того, чтобы почистить для меня туалеты? Давайте пойдем драйвить толчки. Все, почистил толчок, смотрите, немножечко денег получили. Он прям говняху достал. Капец, видимо. Ой-о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 й. Какая мерзость. Если вы сейчас ели, чуваки, я перед вами жутко извиняюсь. Этот толчок вообще не моется. Он бесконечно может, что ли? Я их фармлю прямо на выходе, смотрите. Нифига, так можно бесконечно деньги фармить, чуваки, я понял. Короче, пока что с деньгами проблем нет, но когда будут, я приду сюда на фарм. Я так понял, это специально сделано, чтобы, ну, игрок мог бесконечно здесь фармиться. Ну, второй этот туалет могу почистить? Третий, вернее, хотя бы. Или он тоже не чистится? Все, смотрите, зачистил. Ну, тот точно не чистится, я так понимаю. Ага, крабс. Пост, а джоб. Так, нужен артер. 750 стоит прайс. Так, ну давайте его наймем. Так, артист у нас есть. Давайте теперь кодера наймем. 10 тысяч. О, не-не-не, пас. Давайте попробуем найти... О, за 500. Ага, хорошо. И нужен... Ну, с двумя остальными работами я в целом справлюсь. У меня сейчас 2135 монет. У меня два чувака здесь сидят, как видите, на работе. Красавчики. У нас, получается, есть артист и есть маркетер. Я могу и артисту, и маркетеру кого купить, но у меня нет денег, поэтому давайте-ка уже что-нибудь создадим. Так, my offers. Empty slot. Вот, получается, нам нужно что-то новое сделать. Как это? Ага. Build new. Ванила, Майнкрафт спаун. Вообще хорошо, build. Так, пацаны уже работают, я тоже буду работать. Так, все с пацанами, смотрите, у меня там... Ох, нифига себе, маркетинг вообще хорошо. Хорошего чела нанял. Вот артер.
Ну, такой себе, если честно. А кто долго делает? Нифига, баги какие-то допускают, ты посмотри. О, 4 старс, ванила Майнкрафт спаун, криперы такие, хорошо. Профит, минус 500 пока что у меня кост. Окей, все, давайте тогда посмотрим. 4 звезды, кстати, неплохо. Ванила Майнкрафт спаун, неплохо у нас получился. В трендингах, что у нас в тренде сейчас у нас находится? У меня же 4 звезды, мне кажется, вместо вот этого вот херни, мне кажется, могло быть мое. А, я могу эту, типа, украсть или скопировать. И за первый месяц эта штука принесла нам 775 баксов, хотя потратили мы на нее, ну, примерно... Даже где-то, ну, где-то меньше, возможно, мы на нее потратили. Жестко, вообще хорошо. Так, смотрите, мне кажется, нужно еще одну штуку сразу же сделать, какую-нибудь крутую, жесткую, давайте. Или, может, что-то купим, может, что-то все-таки стоит купить. Чем-нибудь украсть. Лаки-блоки, мне кажется, можно украсть. Нифига как дорого. Купить контент, тип мистери контент споки. Окей, я мистери контент открыл, прикол. Давайте теперь сделаем свой какой-нибудь мистери контент. Я предлагаю замутить что-нибудь жесткое. Мистери. Билд. Стайл. Ванила. Мистери. Давайте мистери. Мистери такой дорогой, капец. Зачем я его покупал? Майнкрафт. Войд. Хорс. И потом сразу же идет мистери за 3000. У нас за что денег нет. Давайте спаун. Скинпак. Ванила. Хорс. Скинпак. Мне кажется, звучит вполне так, как можно сделать. Все, поехали. Работаем. Мне кажется, нужно заменить компы на более новые, чтобы меньше ошибок было и вообще меньше было различных проблем. Чтобы вот пацаны быстрее работали. Ну, я думаю, нужно нанять еще двоих сотрудников, которые будут за меня в целом писать код, чтобы я мог просто им помогать. Я же могу подходить к чуваку вот так вот и просто нажимать за него кнопки, понимаете? То есть дополнительно бустить скорость создания контента, так сказать. Знаете, оп-оп-оп-оп-оп. Поэтому думаю, все-таки нанять еще чуваков, чтобы они нормально так... О, нифига, что это за желтая была такая штука. Что это значит? Нам нужно что-то переделать. Маркетинг переделали, выпускаем. Ой, hated star. Ой-ой, смотрите, у нас один star скинпак. А можно его удалить? Удалили, нафиг. Дерьмо получилось, чуваки, если честно. Даже зарабатывать этого не хочется. Так, давайте что-нибудь еще попробуем сделать, только нормально уже. Void спавн, мне кажется, хорошая тема. Good effect, achievements unlocked. You work how 10 баксов. 10 багов в моих уже штуках всяких разных есть. Плохо. Выпускаем. Что такое? Ну, короче, снова у нас контент ревью rejection, наш контент не понравился, поэтому, видите, снова кодинг мы с вами переделаем, это как раз таки я писал, то есть за мной косяк, я плохо накодил кода. Опять одна звезда будет, чуваки, просто проверяйте, чекайте, я думаю, одна звезда будет опять. Контент ревью, да что ж такое-то, они прям вообще жесткие какие-то. 3.5 звезды, ванила будет спаун, зашибись. Я не могу туда упасть? Не, я могу прям туда заходить, то есть я могу, по идее... А как мне вернуться? О, фух, я вернулся. Нифига себе, деньги наспавнились, надо забрать. Деньги, как говорится, лишними не бывают. Профит пока что минус 600 с этого проекта у нас. С вами, но думаю, если 3,5 звезды, то должен он зайти нормально. И то есть мы должны с этого, скорее всего, заработать гораздо больше денег. Но для этого нам нужно с вами дождаться, когда вот эта полоска заполнится, и она заполняется. И все, все, мы уже в 115 в профите благодаря этому проекту. А я так понимаю, старые проекты нам вообще ничего не привозят, не приносят, да, получается? Ага, нет, погодите, Available Founds, у нас с вами 2400, Offers Cost, нифига себе, у нас тут Creation Details. Так, смотрите, Артер, у нас такой себе чел, вот на маркетинге чел неплохо, давайте-ка челу на маркетинге обновим компьютер. Так, хорошо, следующая тема, следующая, работаем, работаем. Так, ну что ж, была не была, делаем Vanilla Horse Skin Pack. Давайте, мужики, работаем, работаем, маркетинг, смотрите, сразу же летает кодинг, оп, кодинг сделал. Так, быстренько сюда теперь на квалити проекта. Ох ты, на квалити, смотрите-ка, ошибочку допустил. Плохо, плохо, не хотел ошибку допускать. Помогаем Артеру нашему с вами. Еще ошибка, да что такое-то, Артер? 4 ошибки, плохо. Ага, star рейтинг, ох, no. People hate it. Ну, надеюсь, то, что что-то из этого хотя бы получится. Empty slot. Давайте, мы с вами сразу же делаем билд. Так, я решил купить медиевал штуку, медиевал контент, что-нибудь в медиевал стиле сделать. Медиевал тоже стоит, ну чуваки, очень дорого все стоит, я прям не знаю, как мне что-либо делать из того, что недорого, понимаете, из того, что недорого. Думаю, нам с вами нужно отправиться в сон, чтобы посмотреть, что да как, может быть во сне мы сможем открыть какую-то тему или что-то еще. Ох, смотрите, прям здания появляются здесь. Ого, что это такое? Что-то с компьютерами связано? Единички, смотрите, единички.
Что это такое? Нифига, здорово, мужик. Добро пожаловать в самое потрясающее игровое шоу в истории всех игровых шоу. Все, что вам нужно сделать, это опередить своего друга до 5 правильных ответов. У тебя нет друга? У меня тоже. Вы все еще можете играть в одиночку. 1+2, ну 3. Команда, которая построила эту карту, Джи Горбов. Вот я помню, что там был очень странный чел. Эта карта еще бесплатная. Кстати, на Windows 10 Edition вы тоже можете в нее поиграть. Блин, на самом деле я не знаю, что я использую. Либо Mine Coins, либо Minecraft Coins. Но мне кажется, Minecraft Coins. А что за вопрос, типа, существует ли секретный тип контента, который можно получить, если отвечать неправильно? Сколько лет существует рынок? Ну, 3, 4, мне кажется, 5. Ты выиграл, well, да, спасибо, фан, так, я что получил за это? Что я за это получил? Гейм-шоу, отлично, еще один жанр я анлокнул, чуваки, гейм-шоу, офигенно. Фух, были сложные вопросы, но я с ними справился. Ну что ж, я понял, зачем нужна эта зона со сном, типа, чтобы ты мог во время того, как тебе, типа, какие-то темы приносят деньги, которые ты накрафтил, ты мог спать и что-то прокачивать. Прикольно сделано, на самом деле, достаточно интересный концепт у всего этого, то есть у этого, у этой карты. Если деньги спавнятся, если что, можно говорить. Говно идти руками перелопатить. Кстати, да, я могу пойти говно перелопатить в Талдыкане, да. Если я это сделаю, тогда все будет у меня, в принципе, отлично, я думаю. Что? Этот толкан почистился? Ох, ноу! Оказывается, нельзя так просто взять и все туалеты отмыть. Но я, кажется, это с этим справился. Я взял и все туалеты отмыл, чуваки. Все, больше нет говняных туалетов. Офигенно. Абстракт Майнкрафт спаун. Мне кажется, звучит интересно. Поехали, мужики. Работаем, работаем, работаем. Все, выпускаемся. Три старс. Ну, три старс неплохо. Пусть будет. Это лучше, чем предыдущий на один старс. Давайте вообще продадим. Профит 900, профит 900. Тут 600. Надеюсь, тут тоже будет нормальный профит. Так, хорошо. У нас сколько вообще денег-то? Available funds 2000. Я предлагаю пойти нанять счет сотрудника. Нанял чела за 750. Теперь у нас, смотрите, значит, есть специалист. И теперь я только на кодинге буду. Класс. Класс, 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 давайте сделаем новую работу с вами. My offers, вот, empty source, надеюсь, все, приносит деньги. Приносит бабки, хорошо, ну-ка, окупилось? Да, уже профит минус 30, то есть почти уже закончила. Так, здесь эти еще немного денег принесли. Кстати, да, они до сих пор приносят деньги. Last payout 33-37. Потихонечку, знаете, потихонечку. Значит, получается, куда лять нет смысла. То есть они все равно будут приносить какие-то деньги, правильно? То есть стайл, можно взять неон, абстракт. А у нас прошлое, что у нас было? Абстракт, Майнкрафт спаун. Можно, значит, неон. Майнкрафт скин. Все, поехали, работаем, мужики, я на коде. Чел, ты что сидишь, не работаешь? Я купил чела, чтобы он сидел и не работал. Все, поехали, столько багов наделали, капец. С артом тоже проблемы. Еще баги. Все, пацаны, выпускаемся. Reject content review. Да что ж такое-то, арт у нас. А артер у нас какой-то говнарь. Плохо работает, артер, мужик, давай, что ты. Выпускаемся. Да что такое? Мужик, давай. Не тупи, работай. Все, закончили, выпускаемся. Да что такое-то? На 2 старса всего получилось. Но слишком много было багов, слишком много было проблем, друзья. Прямо, ну, было видно, что плохо у нас зашло. Конкретно в трендинг. Я что, в тренды попал? Да ладно, не он, Майнкрафт скинпак наш попал в тренды, представляете? Офигеть. Так, давайте еще что-нибудь сделаем. Я хочу еще делать. Мне так нравится создавать эти тренды, всякие штуки прикольные. Это вообще круто. Так, давайте все делаем. Абстракт Void Spawn звучит неплохо. Абстракт Майнкрафт Spawn я уже сделал, да, вроде? Вот, ванила Void Spawn. Ну вот абстракт Void Spawn зайдет хорошо, поехали. Капец, у нас багов в этих новых штуках появилось. Прям дофига багов делают пацаны. Мне кажется, пора уже обновлять им технику, чтобы они не делали баги. Потому что, смотрите, значит, меньше всех багов у нас в маркете, в маркетинге. Потому что там нормальный новый комп. Мне кажется, поэтому. 4 старс! Абстракт Void Spawns зашел. Нифига, у меня открылись еще слоты для новых моих работ. Но их я уже буду делать в следующий раз, дорогие друзья. В этот раз мы с вами выпустили целых 6 прикольных штук. У нас, смотрите, получилось 4 звезды, 4 звезды, 3 звезды. 3 с 4 звездами, 1 с 3,5 звездами, 1 с 3 звездами и 1 с 2 звездами. Также еще были неудачные проекты, но мы про них забыли уже, да, видите. Мы там на Marketplace выложили все свои вот эти вот игры всякие, Achievements
Payments Unlocked, you might have 1000 in a payment. Мы получили больше 1000 денег с одной выплаты, и за это нас наградили. Сказали, что мы красавчики, мы молодцы. Круто! Круто быть красавчиком, круто быть молодцом. Ну и, наверное, найму себе-ка я еще одного. Так, артист есть. Кодер. Мне нужен кодер. Все, фул регламент получается. Все, у меня фул команда. Но единственное, что компы у них не очень. Поэтому сейчас давайте-ка в первую очередь обновимся. Кому-нибудь обновим комп. Билд, новая тема. 1200 денег у нас с вами есть. Давайте Neon Void Skin Pack. Neon Void Skin Pack, мне кажется, я еще не делал. Я делал спаун, Neon Void спаун, да, и он зашел. Но вот Neon Void Skin Pack, интересно, что это получится. Так, пацаны начинают работать, я сразу же кодеру нашему помогаю. Все, помог как смог, дальше здесь помогаю. Но уже минор дилей 4 штуки есть. Что за минор дилей, я так и не понял, что это такое. Ну типа, минор это хрен знает что. Вот дилей это, я знаю, задержка. Выпускаем. Ну, 2 stars рейтинг. Эх, я думал, получится лучше. А всего лишь 2 звезды, это, конечно, мало. Плохо меня оценили на маркетплейсе сегодня. Кстати, смотрите, снова деньги отрезались. Штуки. О, нифига, новые темы, это у меня уже есть. А это у меня крафтабл. Крафтабл. То есть, соответственно, у нас с вами теперь новая получилась тема. А, но новый стиль. Так. Ну что у нас там вообще происходит по выплатам? Скоро уже выплата. Интересно, сколько я получу денег за свою вот эту вот работу на 2 звезды. Окупит ли она себя? А, она уже принесла 473 и себя не окупила. Ну, я думаю, окупит, потому что вот эта вот двухзвездочная окупила. Смотрите, в итоге профит, ну, такой же, как и стоимость проекта. Я считаю, что вообще хорошо. И Last Payment до сих пор приходит. Вообще, последние выплаты из всех остальных тоже приходят. А, я, получается, могу их здесь мувать как мне угодно, да? То есть я вот выбираю. Здесь трешки 3,5, а здесь у меня двушки, получается. Оп, деньги сюда, 236 в этом месяце. Хорошо. Итого у меня уже снова 2000 голды. То есть смогу скоро, ребятки, с вами, значит, прокачать компы. Прокачать уже их рабочие места. Смотрите, стулья здесь прокачались. Вообще круто. У всех крутые стулья, но пока что столы нет и компы тоже нет. И это мы уже сделаем с вами, дорогие друзья, в следующей серии. Ну а с вами был я, Майнкрафтерный Мастер. Ставьте ваши лайки. Подписывайтесь на мой канал. Если вам понравился этот ролик, то давайте наберем под этим роликом хотя бы 2000 лайков. На этом все. Всем удачи и всем пока-пока, ребятки.